Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Город Екатеринбург, магазин Леруа Мерлен. Мы продолжаем рассматривать обои. Остановилась я на вот таком замечательном, красивом рулоне. Черное основание и золотой рисунок. Тут все блестит, дорого-богато. Плюс натурально, потому что по сути это как будто ветки. Плюс предлагают комбинировать с таким тоже золотым подтоном. И получается такое вот золото на золоте. Это серия Фрея. Первый обои черный цвет 2373. Второй, который предлагают как фоном, эти 2312. Обои имеют размер 1,06 на 10 метров. И тот, это все. Сизелин, плотные обои. Наверху есть в готовом виде эти черные. Очень красиво, мне они нравятся. Большое пространство, одну стенку вот таким забацать будет просто шикарно. Так, внизу. Часто я пропускаю низ, тем не менее, тут тоже интересно, хотя чуть как-то все в одном стиле. Все какие-то разводы. Серия Mount. Серия Mount идет вот. Вот. Серый цвет. И опять написано серый, но он какой-то более с голубым. По 1343 за рулон просят вообще абсолютно за все. Двигаемся чуть в сторону. Здесь разные серии. Тут есть и лотос, и голубь, и белый стенли, так называется. Это вот эта серия. Серый фон. Мари-беж. Мари-беж фон. Мари-беж и мари-беж фон. Это вот эти два красавчика. 1945 чистый без рисунка. И 2135 идет с небольшим таким рисунком. Ну, как с небольшим рисунком, просто по всем обоям такой вот наверху. А, сейчас посмотрю, какое-то там есть уже в готовом состоянии. Поднимаем голову вверх. Здесь серия Фрея. Если первые мы начали с темного, то здесь Фрея бежевая. Фрея бежевая. И вот это. И она, походу, вон, да? Нет, Фрея бежевая, вот они. Вот это золото, а это серебро. 2312 стоит. Хотя не факт, надо все это узнавать. Здесь все перемешалось. Скорее всего, вот это 2373. Нет, или вот это. Ага, это как под серебро, это как под золото. 2373. Вот уже вообще глаза разбежались все в этих блестках. Разные подтоны, более холодный, более теплый. Тот и тот шикарный. Ну, это да, это просто тут фишечка, видимо, в блестках. Наверху готовое решение есть у некоторых. Нет, это не здесь, это вот тут уже. Сюда переходим. Посмотрели. Кстати, указано, чтобы отрезать образец, воспользуйтесь ножницами. А вот и ножницы. И вот именно от этих вот рулонов можно отрезать, сколько вам необходимо, ну, чтобы понять дома, подходит, не подходит. Поэтому такие неровные здесь рулоны стоят, ножницы вот. Начали мы здесь, это опять-таки серия Дубая, мы ее уже как-то касались. Дубай беж, и получается вот все в эту сторону, это Дубай. Идет такая центровая за 2430 Дубай. Просто фоновые 1966 2331. Вот, например, серый. Но это опять-таки вот к этому Дубаю они вместе. И вообще, мне кажется, камера неправильно передает. Эти все серые, бежевые. Ну, просто все сливается. Как бы ее пододвинуть там. Вот так вот они вместе. И так вот эти вот вместе. Это вот наверху, что в готовом исполнении, это вот рулон, зеленый, почему-то написано, это болеро, 2382.
Болеро я положила сейчас на Тессу. Тесса голубой. Тоже, кстати, красиво, нет здесь готовому. Ой, тут как все плотненько. 2606. Крайняя серия. Тоже Тесса есть и Марселье. Наверху коричневая, это вот. 2272. Бежевая, коричневая, светлая. Хотя все вместе оно более темное кажется. Это Тесса 2240. И вот такая Тесса более темная. 2351 за более темный цвет. Так, ну что, уходим с этого. Уходим. Внизу посмотрим еще. Внизу это все обыграно с листьями, да, разные формы, разный цвет, зеленый, серый, флористика, так и называется данная серия, 1550 за рулон, что серый, что зеленый, нет, готовым, это более серый, это более голубой, тут все такие ветки, как ветки папоротника, по качеству это все тот же флизелин, 1000, ну, в общем, 1,06 на 10. Вот зеленый. Белый просто флористика. Хотя написано, что серый. Как-то так вот в этом месте, да, вот. Без подбора рисунка. А 1798 это коричневый. Это тоже фоновый идет. Они вот. Вот под эти. Но чем-то открытого нету, чтобы приложить. Вот они вместе. Это ива. Ива зеленая, 1835. Фона много. Ивы открытой нет. А зеленая это что? Монтивер зеленый. Монтивер серый. Видимо, это они вот так вот вместе. Тоже, да, яркая. Мантивер серый, Мари розовый фон и Мари роза. Красиво, кстати. Абсолютное совпадение, попадание и так далее. Интересно, от этого ты к этому можно, да, наверное? Серый, серый. Почему бы и нет? Напротив, мне кажется, более спокойное такое все. Готовое решение посмотрим поверху. Наверху чего только нет. Ой, смотрите, даже вот что есть. Ух ты, сколько стоит рулон. 2333 Naomi серый. Вот. И такой же есть коричневый. Не достается вам. В общем, там вот так киса благородная. К нему предлагается серый фон 2056. Они вместе. Ну, они абсолютно одинаковые, кстати, вот. И вот она бежевая, мокка, Naomi мокка. Такое ощущение, что ее тут все повырезали потихонечку. И у кого-то дома уже готовая Naomi с мордочкой-то там. Здесь только лепестки остались до лапки. И Naomi беж. Но опять-таки, да, тоже абсолютное попадание, 100% схожесть. Просто это фон идет. Вот еще интересная Барбара Пальма, 2423 рубля. Просто белый фон, 2310. Если так вот спускаться, опять-таки, в цветы.
Спускаемся. Это виола серый 2300 и фоновый беж 2300, тоже серия виола. Так. А как раз таки вот таких нет больше. Пусто. Их нет. Сенсей бежевый. А мы его проскочили, тоже смотрели. 2316. Вот они красивые. Ой-ой-ой. Это нам блестит. И... ой. К нему фон, мне кажется, даже не нужен. Тем не менее, он есть. Сенсей фон 2172. Они вместе, да. Вот тоже очень красиво. Это сенсей серый 2468. Наклеенный его нет. Просто вот этот более бежевый, а этот более коричневый. Тут еще красные вкрапления, красные блестки. Ничего не ошибается. Точно хоть? Точно. И к нему серый фон. Так, вот этот получается, сейчас сюда спущусь, 2468 и 233 за один рулон. Вот, кстати, тоже наверху я их смотрела, вот, яркие, серый, желтый, черный, белый. Надо хотя бы пора заканчивать, надо очень много. 2095 и белый фон. Бежевый 1995, либо выбираем серый 1995. Вот, даже серый более интересный. Давайте на этом закончим. Остались вопросы, задавайте. До новых встреч и пока-пока.